Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Ярослава, и мы вышли из отпуска, и первой игрой после этого дела я хочу начать особую игру для меня, в каком-то смысле, «За гранью добра и зла», или же «Beyond Good and Evil». Игрушка сама по себе для меня... Нет, она старая, в ней графика не очень. Но сама игрушка для меня довольно много значит. Эта игра... Диск мне был подарен, наверное, когда мне было сколько лет? 7 где-то. Ой, вот серьезно не помню, но помню, что это было на Новый год. И, наверное, это была одна из лучших игр, которую я прошел и которую я до сих пор могу пройти с большим удовольствием еще раз. А я ее уже перепроходил раза 4. История, собственно говоря, о простой девушке, о непростых заговорах и... я не знаю, что сказать, правда. Факт тот, в это нужно играть. Игру я уже, как я сказал, проходил не первый раз, поэтому я приблизно знаю, что к чему, но, честно сказать, уже забыл многое, ибо последний раз я ее проходил, наверное, когда делал еще на старом-старом канале моем, еще на Рутубе, видеообзор. Тогда у меня еще был ужасный микрофон, но видеообзор... Я, наверное, случайно удалил. Серьезно, я пытался его найти. Думал сделать такое превью своеобразное. Обзор, конечно, был довольно унылый, но, в принципе, неплохой. Но, блин, его нету. И, в общем-то, ввиду очень длинной заставки, думаю, можно начинать. Там уже разберемся по ходу игры. Экстренный выпуск. Война глазами очевидца. На Хилию пришла война. Военные корабли Дунц взяли мирную планету рудокопов в кольцо. Генерал Кхек, главнокомандующий корпуса Альфа, обратился к народу с пламенной речью. Сограждане хилийцы, наступают тяжелые времена, и только корпус. Так, громкость нормальная вроде, да? И вот наша главная героиня, милая коза. Шучу, зеленая девушка. Нет, громко. Началось. Скорее, Фен, запрыгивай. Джей. Предупреди Пейджа, я займусь щитом. Беги же, скорее! Щит активирован. Щит дезактивирован. На вашем щиту в оптиме задолженность 350 единиц. Подача электроэнергии прекращена. Да вы что, шутите? Благодарим за сотрудничество. Покажи им, Джейн! Ну-ка, все внутрь, я! И вот мы начинаем битву. Так, сейчас, секунду, давайте попробуем звук поменьше, потому что он громковатый. В общем, как мы видим, графика здесь не очень, но, ребят, на самом деле дело в том, что на Windows 7 функция, которая улучшает графику, на самом деле есть. Но есть одна проблема. На Windows 7 она не идет, и все начинает очень жутко мерехтеть. И в итоге пришлось графику понизить. Здесь какая-то оптимизация непонятная, и сглаживание тоже не включается. Ладно, поехали. У меня все под контролем. Скорее в укрытие.
Это не есть экшен, но при этом боевка здесь более-менее неплохая. И даже интересная. Ай! Кстати, очень великолепная музыка, которая мне очень нравится. В исполнении хорошего автора, Мишель Ангель, по-моему. Ангель, по-моему, да. Ой, не помню, честно. Это наш дядюшка. Великолепный персонаж. Боевку здесь отлично знаю. И не будем давать этому монстру даже шанса использовать оружие. Тайпейч целее будет. На, скотина. Помри! Во. Да, честно сказать, моделька Джейд мне очень сильно напоминает, вот, не знаю почему, не знаю как вам, но мне она реально очень жутко просто напоминает персонажа из Half-Life. Господи, как ее звали? Твою дивизию забыл. Реально забыл. Ну, вы поняли, о ком я, да, если я вспомню или потом еще что-то скажу. Пейдж же... Довольно, я бы сказал, уникальный персонаж, да, такой вот хряк, вроде не сказать, что он там на вид, хотя нет, вот как раз на вид он, если на него посмотреть, он действительно видно, что такой добрый, и это отлично, он классный, мне нравится. Будет чем расплатиться за ремонт Эверкрафта. Вот удача! Эй, секунду, отсканируй эту штучку, лады? Лады, дорогуша. Это наш робот-помощник. Как-то так. Арамийская жемчужина. Буэно! Деточка, я проверил твои, так сказать, системочки после битвочки. Осторожнее, в твою психокармочку проникло что-то чужеродное. Так, ну это вот наша первая жемчужина. Всего их, по-моему, 80 с чем-то в игре. И если мы всех найдем, нам дадут там кое-какой бонус. И наши спасители корпус Альфа. Спасибо. Поговорим. Та-та-та. Держи. Спасибо. Здесь есть система взаимодействия с персонажами. Блин, меню я совсем забыл, как. Да, вот. То есть мы можем, да, давать вот ему жизни, давать ему жратву, ну, и так далее, и тому подобное. И это хорошо, потому что нам час надо будет это делать. Да, чувак? Гидровойны вновь нацелил свои уродливые головы на Хилию. Пострадало мирное население. К счастью, элитные подразделения корпуса подоспели как раз вовремя. Я веду прямой репортаж из приюта на Южном Маяке.
Здесь двое отважных и преданных своей стране граждан. Дали кровь детям, чьих родителей похитили Домс. Мисс, несколько слов для наших слушателей. Да-да, и тому подобное. Что-то вы, ребята, не особо торопились. Продолжайте в том же духе. В следующий раз будет уже некого. Кого спасать? Снято. Слушай, папаша, не пыхти. Захотел в пятаку учить. Все, ребята, мы закончили. Снимаемся. И вот так вот наши спасители от нас убегают. Спасибо, Пейдж. Если бы не ты, я... Джейн! Джейн! Боже правый, скорее сыворотку! Джейн! Приди ко мне, приди ко мне, приди же. Пейдж, она очнулась! Джейн приходит в себя! Джейн, как ты себя чувствуешь, дорогая? Все нормально, все прошло. Электричества так и нет? Нет! Если они разбомбят щит, мы станем легкой добычей для любого Ворокса! Ну и пессимистос. Ваш покорный слуга придумал, как раздобыть Бобо Динеро. Секунду. Мы застряли на острове. Ни ховеркрафта, ни щита. Оптима отключила электричество. На щеку ни монеты. Так дело за монетами, Мия Белла. Ты как раз по адресу. Сеньорочке-директрисочке научного центрочка. Нужен фотокаталог всех животных планеточки. Она заплатит за каждый снимочек, на котором будет зверушечка. Мирра, глянь-ка, кто это ползет? Щелк, Тенга, готова, подставляй кармашечек. Ох, только не это! Очередная бредовая фантазия твоих куриных мозгов! У тебя что, короткое замыкание? Ну кому нужны твои зверушки? Очнись, сынок, на дворе война! Что ты понимаешь в этом? Ветчинная душонка, охраночка животных, есть mucho importante! Еще посмотрим, у кого тут короткое замыкание. Чао! Джейк, я нашел твой фотик! Вон он там! Спасибо. Блин, на самом деле, как видите, довольно прикольные персонажи здесь все. И Секунда, этот наш робот. К сожалению, он действительно не так будет часто появляться. Но мне нравится. Итак, одна из особенностей игры. Мы... Да, сейчас буду, Секунда. Прикол в том, что действительно, здесь можно фотографировать всех животных, если они разные. И поверьте мне, их очень много. И я в свое время даже задрачивался, собирал все жемчужины и все абсолютно и животных фотографировал. И это круто, мне это нравилось. Ну, тут держите Shift. И вот, то есть у нас фокус настраивается. И фотка. Качество. Здравствуйте, Джейд. Нам требуется полный каталог хили... Так, хорошо. И первый бонус — это дуло пистолета. Нет, шучу, это объектив для фотокамеры. То есть у нас фотокамера довольно слабенькая, да? Ну и, блин... Гадкие думцы пришли за нами! Дай мне тебя сфоткать. Мы все умрем. Вот ты пессимист несчастный. Не бойтесь, на маяке вы в безопасности. Ну да. Чудесно. Добавляю в каталог. Вот еще одна фоточка. Ладно, деточка. Перевожу Динеро на их счетик. Пусть Оптима подавится. Чук. Электроснабжение восстановлено. Спасибо за то, что вы выбрали Оптима сервис. Щит активирован. Отлично сработано, Джейн! Пойду проверю, все ли там в порядке! Спускайся скорее! Кажись, для тебя есть работенка! Агентство Джейн, получен М-диск с заданием. Да, вот так вот. В игре, кстати, есть... Господи. В игре есть HD-переиздание, но оно, к сожалению, только на Xbox. И вы не представляете, как жалко, что я не могу в него поиграть. Ибо не владею такими вещами, но надеюсь, может, когда-то оно выйдет и для ПК. Но хотя, честно сказать, я больше надеюсь на вторую часть. Так, заснято.
заснято. То есть они уже были у нас защелкнуты. Так. Вот этого можно щелкануть. Это Гав, наш пес. Отличный экземпляр. Та-та-та-та-та. Отдай. Посидите тихо, договорились? А, нет, Гав, нет! Так, давайте его поймаем, потом поговорим о других прелестях игры. Их здесь действительно довольно много. Тикай, иди сюда. Прекрати! Отдай сейчас же! Иди сюда! Та твою! Блохастый! Фу, есть! Ты проиграл, блохастый! Отдавай добычу! Красота, деточка! Это у нас восстанавливает сердечки полностью. Они у нас будут довольно неплохо теряться по ходу игры, поверьте мне. Полевой броненосец. Исчезающий вид. Так, еще одно животное. Да, водичка здесь из-за того, что я говорил, понижение графики, конечно, урезано, но уже когда мы будем на самой воде, будет все гораздо лучше. Вот сейчас бы мне объектив, я бы чайку сфоткал. Так не могу. Так, хотелось бы вот рассмотреть вообще для вас атмосферу дома. Действительно, мне вот что нравится, локации здесь проработаны круто, да? Ну вот на том же примере войдем в комнату Джейд. Так, козленка сфоткаем. Козленок. Принято. Так, тут у нас секретная консоль. Хорошо, что у нас есть корпус Альфа. Он нас защитит. Да, конечно. Держись. Детки, нам так сказать, рисуют, но наша комната вот здесь, если я прав. Нет. Ну, тут тоже есть хорошая вещь. Отсканировал. Фу-1 повышает нашу жизнь на 1. И вот наша комната, да, и видно, что Джей действительно фотограф. То есть, если посмотреть снимки, Пейдж, Гав, то есть... Блин, вот такое внимание к деталям на самом деле меня радует в игре еще тех лет. Действительно, чувствуется, что люди здесь живут. Да, им тяжело, но пусть фотки тут даже местами одинаковые. Но все равно что-то вот хотели, видимо, этим показать. Не знаю, как правильно сказать. Но действительно, мне вот сколько нравится. Я помню, в детстве даже ходил, смотрел. Вот, ух, прикольно, красиво. Рассматривал фотографии. Так, вот тут еще один вид, который в будущем. Так, я не помню, мне здесь надо линза или нет, или я так смогу. Чайки, кстати. Эй, есть, успел. Чайки, отлично. Конечно, чайки, это всегда отлично. Стой, стой, бурый. А ты... Гад. Тихо. Слишком далеко нет. Нам пока мы без фильтра будем, без насадки не удастся его сфоткать. Займемся этим потом. Ладно, теперь пора, наверное, идти уже в мастерскую Пейджа. Так, тебя сфоткал, вы сфотканная. Ты китаец сфоткан? Да. Ты робот. Чем, кстати, вот интересная игра? Сейчас вот... Нет, это надо линзы. Об этом уже, значит, потом поговорим. Получим М. Диск с заданием. Без только что пришел еще М-диск. Похоже на работенку для Джейд компании. Ты посмотришь его? Я бы как раз закончил с этим. Распроклятым декодер-плеером. Он совсем отбился от рук.
Есть! Отсканировал! Или отцифровал, он и так говорит. Так. Сохраним игру. Собственно, сохраним сперва ее здесь. Потом я хочу кое-что попробовать в будущем. О чем я мечтал с детства, но мне было всегда лень, потом поймете. И сохраним уже на первый слот. Так, а теперь диск господина Канделака. Добрый день, мисс. Я говорю от имени господина де Кастеллака. Эта война стала для всех нас трагедией. Господин де Кастеллак хочет поручить вам весьма деликатное задание. Если вы готовы, прибудьте как можно скорее в древнюю шахту на Черном острове. Это на другом конце города. Господин де Кастеллак отлично понимает, с каким риском связано задание, и готов щедро вас вознаградить. До скорой встречи. Вот так. Ты не знаешь, кто этот де Кастеллак? Я? Откуда мы? Незачем нам ходить туда, Джей! Ты что, Локо, спятил? Динеро нам не помешает. Нужно же как-то защищаться от проклятых думц. Ты волнуйся, Пейдж, ничего не случится. Хочешь, я пойду одна? Нет, дело не в том. Ладно, идем вместе. Только я от тебя не на шаг. Нравится тебе это или нет? Секунду, проверь компьютер. Джей, он тебе еще не раз пригодится. А я попытаюсь поставить этот проклятый ховеркрафт на крыло. Без меня этот дом развалился бы на куски. Да, я это помнил. Все работает. Мы снова на связи с Эль Мундо, внешним мирочком. Граждане Хили, гидра войны тянет уродливые головы к нашей планете. С помощью предателей из группировки Ирис враг сумел прорвать защитное ограждение и проник в город. Ладно, не будем на это слушать или смотреть. Тут у нас карта идет, ховеркрафт наш. Оп. Оцифровал. Я же говорил, он это скажет. Надо ускорители для нашего ховеркрафта. Это ремонтники для нашего ховеркрафта. Отлично, солнышко. А вот и сам ховеркрафт. Да, это наш транспорт передвижения, и он отличный. Итак, доктор, ваш диагноз. Эй, доктор. Ладно, понятно все с ним. Доктор решил не запускать скрипт. Ну, за дело! Давай, давай. Джейд и компании самое время пополнить. Вот так. Ну все. А, кстати. Берем курс. Улыбнись. Лучше бы нам взять курс прямо на гараж Мамагу. Ну давай, ты умеешь. Помаши ручкой. Господи. Свинтус. Ну. Покажи зрителям, какой ты хороший. Ладно. На самом деле он умеет махать Принимаем. Ручкой. То есть действительно он берет там и так оп в камеру машет. Сейчас посмотрим, может поближе. Ну давай. Господи, тебе что, трудно? Не хочет, стесняется. То есть он так лапой, копытцем машет. Прикольно выглядит. Так, нашему ховеркрафту слегка не здоровится. Здесь как бы два вида передвижения. Мистеру ховеркрафту явно не здоровится. Такой
который я не люблю, и такой, который я люблю. Там найдутся запчасти. Давай. Вот так так. Финита ля комедия. Дьявол, проклятая развалюха. Какие-то 300 метров не дотянули. В порядке, Калым-мага. Приходи в гараж, мам-мага. Мы решим твои проблемы. Беру вас на буксир, доставим прямехонько в гараж. Мам-магу! Оперативно работаю. Еще бы. Все, чтобы только заманить клиента. Я не хочу туда. Я не хочу с вами. Отпустите. Давай вылезать из этой консервной банки, Джей. Ух. Фу, да. Что-то запахло паленым беконом. Издевается? Йоу, Джейд, наконец-то ты появилась. Я уже начал волноваться. Слышал, вчера ночью вам тоже доставалось от метеоров, а? Надеюсь, вы успели спрятаться в укрытие. Как малыши, живы, здоровы? Что новенькое? Новенькое? Новенького? Осваивайтесь потихоньку. Пришло жарковато, но мы справились. Спасибо и сам. Ладно, давайте будем видеть их. Тоже тут потрясло. Тут, по-моему, ничего. Диск. Ну, зачем нам сохраняться? Эй, вот, блин, а что диалог не отображается? Он как бы... Итак, вот, собственно говоря, что нам надо. Продано. И сам! Тут просит установить мотор Спидкрафт! Спидкрафт! Мута! Не вопрос! Перфекто! Отсканировал! Собственно, это наше ускорение. Здесь у нас пушка, само собой, пока недоступная, жемчужины, стабилизатор, которого нету, устройство для прыжков и двигатель для полета в космос. Ну, это уже нам встанет все потом, когда-то впереди. Пока об этом умолчаю. Раз и готово. Спидкрафт установлен. Блин, диалоги не все прожили. Говорят, ждать нам нового нападения. Смотри, чтобы не застали врасплох. Ой, нет, дайте-ка я сохранюсь. Я не хочу, если что, не умирать, ничего такого. Сами понимаете. Блин, забыл еще время засекти. Ладно, доедем до пещеры, там сохранимся и будем заканчивать. Поехали. Всеобщая тревога. Тревога. Развернуть щиты. Активировать защитные ограждения. Заберите все здесь. Тревога. А у меня, по-моему, нет. А, нет, у меня есть. Энчен. Это вам не DayZ. Бери свою чертовую мину. Давай. Не уйдешь. Давай, 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 давай. Не упускай его из вида. Мы достанем тебя, даже если придется погибнуть. Не, не надо погибать. Согласен. Есть. Победа! Пейдж, смотри, еще жемчуг. Пригодится, если нам придется снова заглянуть к Мамагу. Да, мы взяли еще одну жемчужину, это просто замечательно. И что, кстати, интересная особенность? Гляни! Косяк голубых рыб скорпионов! Где? Ой! Фоткай! Фоткай! Ну, успел. И семейство рыб-скорпионов.
очень трудно заснять. Я заснял. Отлично. Пленка отснята. Браво, Джейд. Высылаю макронасадку. Во. Я перезаряжу вашу пленку. Спасибо. И что нам это дает? Нам это дает приличное увеличение. Ну что, мы справились со всем этим. Кстати, вот интересная особенность игры, да? Если я начну стрелять по своим кораблям, мне сперва дадут предупреждение, постреляю еще раз, приедет милиция, меня штрафанет. Да, она так умеет. Мисс Джей, господин де Костеллак желает как можно скорее... Напасть закрой. Так, Черный остров у нас прямо по пути. Поехали. Где, говоришь, этот Черный остров? За южными воротами, прямо по курсу. Граждане Хили, гидра войны тянет урон. Так, если я правильно помню, да, он там. Земля, капитан! Попал. Прямо по курсу Черный остров. Просит откликнуться свидетелей. Предатели из группировки Ирис высадились где-то на планете. Корпус Альфа. Ну что, они нас защищают. Уже хорошо. Вот и мы. Оп. Здорово. Очень приятно, мисс Джейд. Мой работодатель, господин де Костеллак, подобно всем гражданам планеты, желает скорейшего завершения войны. Корпус Альфа утверждает, что нападающие разбиты на голову, но правда выглядит иначе. Твари Дунс уже проникли в каждый уголок планеты. Две особи были замечены на дне этой шахты. Если не предупредить население, их численность быстро возрастет. Господин де Костеллак предлагает щедрую награду тому, кто решится сделать фотографию этих тварей. Это рискованное дело, и вы вправе отказаться. Думс не числится в списке моих друзей. Передайте своему шефу, я добуду с ним. Вот так. Так. Ну что, ребят, давайте уже сохранимся. Я думаю, как знакомство с игрой у нас прошло отлично. Серьезно, я очень надеюсь, что вам понравится эта игра. Понравится смотреть прохождение. Действительно, для меня эта игра значит немало. И надеюсь, вам она понравится. Давайте сохранимся. Так что, всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, потому что вы увидели это прекрасное создание. Ставьте пальцы вверх, комментируйте это видео. До скорой встречи, друзья мои. Эй. А чё запись не останавливается?